Автор Акылтай Самитаев, министру финансов Султанову. Здравствуйте, у меня вопрос по госзакупкам. Согласно пункту 145 правил осуществления государственных закупок, сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе, исчисленная в тыинах, округляется. При этом сумма менее 50 тыин округляется до нуля. Если потенциальный поставщик внес обеспечение заявки в размере 1%, но без учета округления, будет ли это причиной к отклонению заявки? Уважаемый Акылтай Есмухамбетович, в соответствии с пунктом 113 правил осуществления государственных закупок, обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится в размере 1% от суммы, выделенной для приобретения товаров, работ или услуг. При этом в случае участия в конкурсе по нескольким лотам потенциальный поставщик вправе предоставить обеспечение заявки на участие в конкурсе на каждый лот отдельно. Потенциальный поставщик вправе в целях приведения в соответствии с требованиями конкурсной документации внести дополнительное обеспечение заявки. Я рад поздравить казахских коллег с реформой государственных закупок. Эта реформа, она очень значительна. Я думаю, она кардинально поменяет не только правила, не только законодательные нормы и подходы, но она и поменяла уже и практику, реальную каждодневную практику проведения электронных торгов, электронных тендеров, электронных закупок. We'll be right back.